Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и невозможно пройти против такого события, где нам предоставляется возможность надрать задницу самому его величеству тираннозавру 30 уровня, ребятки. И так, что у него там? У него дико жуткая атака, 2000, я вот даже вот не знаю, кем бы его-то атаковать. Блин, ну так просто вот можно быстро его уничтожить. Сколько жизни у тебя? 5000. Вот этот парень есть, мне нравится. Вот этот и вот этот. Я не буду стараться его там максимально быстро уничтожить. Так, потому... буду специально брать динозавров, которые, наверное, не могут его убить быстро. Ну, типа вот Тенентерекс. Он сейчас быстро отгребет. Так, что у него тут? Да, доступен сразу мощный удар. Он, думаю, им и воспользуется. Ну, тиранозавр это, да, грубая сила, которая просто возьмет сейчас и умрет. Блин, а. Я вообще-то хотел, чтобы он убил хотя бы там двоих из моих. Не сложилось, не срослось. Черт подери. Так, у нас еще тут что-то есть. И черт подери, не поставил 8-часовой инкубатор. Ударное событие, атака пирораптора. В общем-то, против нас быстрые ребята, дилофазавр и пирораптор. Короче, ну, вы поняли. Нужны бронированные, иммунитетные и прочие, короче, твари. Ну, я взял вот таких вот, допустим, нижнюю четверку. Начать можно с Эрли Доминуса, наверное. Ну, у Дилас, конечно, подлый гад. Он может невидимость снять. Ну, по крайней мере, есть неуязвимость. Посмотрим. Да, и попался Дилас. Это, конечно, нехорошо. Но если я использую эту штуку, блин, он меня сейчас... Невидимость снимет с меня, и все, и удар зря прошел. Вот. А теперь можно использовать ее. Ну, либо попытаться его добить, либо попробуем невидимость использовать. Как повезет, ребята. Не повезло. Перезарядка один ход, то есть он уже может использовать этот удар. Ну ладно, то есть с этим мы разобрались. А кстати, а кто из нас быстрее? 128, он быстрее, гаденыш. И иммунитета у меня нет, блин, а сейчас он... А, у меня есть зато нейтрализация. 3200, попал, ну конечно же, почему бы ему промазать? Хух, ну хоть раз промазал. Ну что, а теперь попадет, не попадет? Ну попал, ну конечно же, попал. Ну теперь наш беспроигрышный вариант. Кусь. Не пробил. Ноль. Это что такое было?
наконец-то. Это он мне два раза по минус 50% наложил. Получается. И оно застыковалось. Да, мне приятно было. Но мы победили. Блин, вообще-то я хотел посражаться. Вчера была в эпической башне три битвы. Я хотел там посражаться. Надеюсь, может, еще осталась одна башенька. Может, было две эпических. тысяч, это круто. Майнгозавра насыпали, правда, нафиг надо пока что. И гриппозуха. Блин, а есть еще эпическая башня. Хух, круто, ребята. У нас дуэт птерозавров, это два птерозавра 30 уровня. Это у нас Аланка, из которой делается гибрид Аланкилозавр. 124 скорость, постановка щитов, пассивное умение, двойной урон, замедление, все дела. И птеранодон, пробивание щитов, нейтрализация, удар с подменой. И при подмене он себя усиляет на 2 хода на 50%. И у него еще пассивочка, еще контратака с обходом брони. Так, ну что я беру? Индоминус соберу, Эрли Доминуса беру, Индораптора беру, возьму Трики, наверное, возьму, он как раз сквозь щит пробивает, ну и вот я думаю, просто кого из них взять, Магнипиритора или взять другое существо, так, ну, наверное, возьму его, у него есть иммунитет. Замедление не будет на него работать. Ну и они получаются... А, это только... Подожди, он у меня, наверное, получается помедленнее. 128 скоростью птеранодона. И он будет стопудово подменяться практически сразу. Интересно, на кого? Если на птеранодона, то он себя усилит. Тут хорошо бы зашла нейтрализация какая-то. А, или наоборот. Но я думаю, он сейчас сразу же и подменится на птеранодончика. Ну, давай. Эх, не подменился, гаденыш. Ну, по крайней мере, птеранодон щит не поставит. А, он меня сейчас пробьет? Нет, не пробил? Так, ну, блин, он... Ну, он должен подменяться, ну, как же иначе. Надо было снижение урона все-таки выбрать. Ну, не особо, конечно, но и надо. Это вам не жирные какие-то диносы. Так, у него подмена залочена. Пробиваем. Потом используем невидимость. А вообще-то даже... У него щита даже сейчас не будет. Ха-ха. Так, и что он будет бить? Ну, давайте уклонение. Но тоже не пробьет. Это был у него сильный удар. А, все, хана. В общем-то, все довольно легко было. Изи катка, детки. Ну, птерыча, да, что-то мне как-то самому не заходит, я их не использую особо. Но награды неплохие. Ух ты, ничего себе, легендарного даже насыпали. Немножко легендарного. Ну и тут давайте откроем. И у нас еще, ребятки, карнавальный удар напоследок. Довольно-таки прикольные противники. 129 скорость Дарвиноптера. Вот его, наверное, можно взять первым. Сразу
бабахнуть удар с подменой, свалить, короче, если подмениться вот на вот этого парня, или начать с него тоже, и у него будет замедление, потом удар с подменой, можно даже и точнее паралич, а потом удар с подменой бабахнуть. Ну и вот этот парень, блин, 129 скорость, 126 и 129. Шустрые ребята. Так, у меня тут тоже есть 129, 128, 128 и 126, то есть вы понимаете, да? То есть примерно равные ребята. Ну посмотрим, не хочется, ну с Интераптора я... Интераптор будет напоследок, если вдруг что. Начнем, наверное, с иммунитетника, с Эрли Доминуса. А там будет видно. Так, ну вот. Так, на 50%. Давайте я вот так вот сделаю, чтобы он нас, когда замедлит, не походил дважды. А ему, правда, это и не понадобится. Надо валить. Ах, ты ж, блин, ну только что про это подумал и забыл про это. Да, я подумал про то, что Эрли Доминус выдержит, короче, этот паралич, ну, то есть, ну, иммунитет, но не подумал о том, что он просто не выдержит два удара. Ну, да, конечно. Куда же ты денешься? Ты сразу подменишься. Так, что у него есть? Ну давай вот так. Он еще быстрее? Это караул какой-то. Что-то пошло не так. Так, его нужно пробивать, иначе сейчас будут... Иначе вот это будет. Следующий. Блин, у меня вообще там печалечка. У него 2-1, не в нашу пользу. Он еще и быстрее оказался. Ну ладно, он сейчас нас занерфит. А нет, не занерфил. Фу, кританули. Неужто ли выкрутимся как-нибудь из этого? О, да, выкрутились. Но начиналось все печально. Ух, один Интераптор всех затащил, блин. Вот такие вот, в общем-то, ребятки, пироги. А на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.